Слава нашему Господу, братья и сестры, за этот прекрасный вечер, который Господь подарил нам сегодня быть вместе. Сегодня особый вечер, когда весь христианский мир собран, знаете, у стола, у хлеба и вина, которое является преобразом крови, пролитой и тела Иисуса Христа. Мы, вставшие, будем молиться, чтобы Господь благословил и наше служение. Любящий наш Господь, мы благодарны Тебе за этот вечер, который подарил нам сегодня быть вместе. Мы просим милости у Тебя и благословения на это служение. Даруй нам прославить Твое имя, достойный хвалой Ты, достоин славы. Господь, Ты все это сделал ради нас, Господь, ради нашего спасения. Мы прославляем Твое имя, мы величаем, Господь, Тебя за то, что Ты пришел на эту землю, чтобы спасти всех нас, и мы приносим Тебе за все благодарение. Благослови нашу поместную церковь, Господь. Даруй, чтобы мы могли прочувствовать и прославить Тебя за все милости, которые Ты явил в нашей жизни. Да будет имя Твое благословенно. И где сегодня собран во имя Твое, Ты благослови Твоим благословением. И во всем прославься, возвелится наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы будем все вместе петь псалом. Славу оставь в небо к нам, Иисус пришел.
заря вечерняя погасла. Последний луч блеснул в горах, горит, мерцая в плошке масла. Свет тает, прячется в углах. Угрюмо в горнице пасхальной и полный доверху налит, чтобы ноги мыть с дороги дальней, в углу кувшин с водой стоит. И разукрашены камнями на стенке два меча висят. Полы все усланы коврами, в середине столики стоят. Готово было все к вечере, и агнец, хлебы и вино. Настала ночь, закрыты двери, безлунно в небе и темно. Иисус Христос с учениками собрались здесь последний раз. Последний день я, дети, с вами. Уж близок мой страдания час. С друзьями вечеру свершая, пример смирения им подал, водою многие омывая, их полотенцем обтирал. Во время вечери сказал им: «Один из вас предаст меня». Все друг за другом повторяли: «Скажи, рави, не яль, не яль?» Иуда лживыми устами сказал: «Не яль? Душа темна». И вместе с этими словами вошел в Иуду сатана. Лицо Иуды потемнело, с вечери встал и вышел вон свершать предательское дело. Свои стопы направил он. Взглянул Спаситель облегченно, на всех с любовью посмотрел. Все как-то стало оживленно, и взор Иисуса просветлел. Он ждал минуты той желанной, что с ним друзья, а не враги. Когда затихли в тьме туманной его предателя шаги, слова единства в час разлуки в последний раз друзья сказал, за них поднявши к небу руки, к Отцу Небесному взывал. Thank you.
оскорбления и насмешки, бичевания и терзания. Так тебя мир встретил, мой Христос, и, предав тебя злодеям, ликовала Иудея, по тебе не лили горьких слез. Как жестоко я уже давно свершилась, много лет осталось позади, позади. Только кровь, которая тогда пролилась, до сих пор взывает из земли. Ты прости нас, Боже святый, за страдание и распятие. Кровь твоя пролилась без вины. Ты пронзенною рукою приготовил путь к покою, растирая к вечности мосты. Как жестоко я уже давно свершилась, много лет осталось позади, позади. Только кровь, которая тогда пролилась, до сих пор взывает из земли. Помоги быть твоей частью, освети наш разум и сердца. Дай нам духа в изобилии, чтоб светить в греховном мире и прославить Господа Творца. Припадаю я к твоим стопам, о Бог мой, верю я, что вечность впереди, впереди. Я хочу войти в Иерусалим, святой твой, и молю тебя, Иисус, приди. Припадаю я к твоим стопам, о Бог мой, верю я, что вечность впереди, впереди. Я хочу войти в Иерусалим, святой твой, и молю тебя, Иисус, приди. После той вечери скромной, когда страданий час пришел, с учениками ночью темной в сад Гефсимании пошел. В саду, склонившись на колени, к отцу взывает на заре. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Услышь, Отец, мое моление, как тяжело душе моей, Отец. Услышь, тебя молю я, страданий чаша ждет меня, и если можно, пусть минует
но воля будет пусть Твоя. За нас, за грешный мир в борении, готовый крест принял с терпением. Он спит. Отец мой, если можно, минуя чаша пусть, но не моя да будет, а воля лишь Твоя. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли вы не могли один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». О, Отче, я исполнил дело, то, что Ты мне дал, я передал им слово, то, что Ты для них дал. О, да минует чаша сия, Отче, я прошу, но воля будет не моя, но лишь Твоя, Отец. К Отцу взывает, опять Он молится. И вот, уж слышен шум, огонь сверкает, и идет Иуда, и с ним народ. Христа толпою окружили, создали в круг Него кольцо, и ярким светом осветили Его спокойное лицо. В толпе озлобленного люда, в душе ненависть затая, перед Христом стоял Иуда с коварным сердцем, как змея. Толкнув начальника рукою, сказал: «Вот, его бери». Христу же с наглою игрою сказал он: «Радуйся, Рави». Движимой злобной откровенной взглянул, кругом горят огни, и потянул к щеке священной он губы мерзкие свои. Раздались вдруг звуки оружия. Перед Христом меча блестит. Ему связали крепко руки. Солдаты выстроились в ряд. Отряд солдат подходит,
Светало, во двор Пилата на суд Иисуса привели. У входа на посту солдаты, с толпой священники пришли. «Суда мы требуем, правитель!» — кричали яростно они. «Он смуты сеет, лжеучитель! Распни! Распни его! Распни!» Пилат явился пред народом, бурлит, волнуется толпа. Здесь знать собралась с разным сбродом, толпа безумна и слепа. Пилат к народу обратился. «Какое зло он сделал вам? В чем перед вами провинился? За что на крест его предам?» «Распни! Распни!» — опять кричали. «Пусть будет кровь его на нас, на наших детях!» Мы сказали: «Распни! Распни его сейчас!» Чтобы служить могло виною, я ничего не мог найти. И руки грязные свои Пилат омыл перед толпою. «На вас пусть ляжет все проклятие! Невинен я, смотрите вы!» Христа он предал на распятие в угоду яростной толпы. Вдоль Вия Долороса, на Голгофу по пути, к месту казни толпы жаждали пройти. И солдаты расчищали дорогу скорби грусти доски. Кровь текла струёю алой, осуждённого на смерть. Разрывал венец терновый кости две. Oh,
унижен, осквернен Спаситель в своей безгрешной правоте. И распят был святой Учитель, посланник неба на земле. Вокруг него смеялись и кричали, кровь капала к подножию креста. Люди, видя смерть его, не знали, что распинают самого Христа, что распинают правоту и сердечность, что распинают правду и любовь, что дарит всем спасение и вечность, с креста на землю льющуюся кровь, что жаркою последнюю мольбою туманится Иисусов кроткий взор, что люди, руки распростерты над толпою, не в осуждение ей и не в укор, что Он идет сквозь крестное мучение, чтобы воскреснуть в вечности и жить, чтобы простить людские преступления и свет спасения в души им пролить. Thank you.
Я вор и разбойник. Один из распятых преступников. Я знаю, я виновен. Я заслужил расплаты за мои преступления. Но тот человек, который висит рядом со мной, не заслужил такой казни. Он не сделал ничего достойного смерти. Но самое интересное, которое я услышал от него, это было: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Какой человек будет просить прощения у тех, которые распяли его? Он должен действительно быть сын самого Бога. Поэтому я попросил у него, чтобы он вспомнил обо мне, когда взойдет царство свое. Он посмотрел на меня с любовью и жалостью и пообещал, что я буду с ним сегодня в раю. Кто может иметь такую любовь? Он умирает за мои грехи. Thank you.
Вот на Голгофе окруженный врагом насмешливой толпой чернеет крест окровленный невинной кровью святой. Замучен грешными руками Сын Божий, властелин светил, висит с потухшими очами, главу безжизненно склонив. Висит измученное тело того, кто жизнь другим давал. Душа страдальца отлетела, и смерти плен его сковал. Кто мог понять, какие муки пришлось снести тогда Христу, когда его святые руки они прибили ко кресту? Те руки, что обнять желали весь мир и всех привлечь к себе, что всех людей благословляли, к Отцу поднятые в мольбе. За что же распят был Спаситель, позорной смертью заклемен? Ведь был пророк он и учитель для всех народов и племен. Он проповедовал повсюду Творца Всевышнего закон. Доступен был простому люду, всегда толпою окружен. Народ вокруг него толпился, в нем утешение искал, а он за них Отцу молился, болезни в людях врачевал. Любви поток в нем изливался, спасение дар людям принес, в нем свет небесный отражался, был Богом посланный Христос. Теперь же смертью объятый земли и неба властелин висит здесь на кресте распятый Спаситель мира, Божий Сын. Замирая стою, и на крест я Голгофский смотрю. Вижу взгляд то, что полон любви ко мне. И проходят уж тысячи, тысячи лет, и меняются люди, но все еще нет ни границы любви, ни божественной истины. За меня, за тебя, за тебя. Он 2000 лет тебя ждал. И пошла ушедший веков, только крепнуть и узы грехов. Но на крест их поднес за меня, Христос. Он
страдал за меня, за тебя, за тебя. Опять замирая стою, и на крест я Голгофский смотрю. Вижу взгляд то, что полон любви, он давно так меня полюбил. Я римский сотник, один из тех, кто был ответственен за казнь Иисуса. Я был свидетелем Его страдания. Он как будто любил тех, кто Его распинали. Я участвовал в казни многих преступников, но этот не был так похож на них. Все они проклинали толпу и говорили, что они не заслужили это наказание, но не он. Когда мы почувствовали землетрясение, и тьма покрыла нас, все мы испугались. Большинство людей стало разбегаться. Но взглянув на Иисуса, я поверил, что Он действительно Сын Божий, который умер за чужие грехи. Мы распяли невиновного человека сегодня. Когда день к вечеру склонился, Иосиф, знатный иудей, который у Христа учился, из страха тайно от людей, чтоб тело снять для погребения, Пилата во дворце просил и благосклонно разрешение на это дело получил. И, взявши слуг своих с собою, великим горем удручен, тропой затихшей и пустою пришел на место казни он.
закат угас, уже темнеет. Закончен этот страшный день, и у креста толпа редеет. Ночная наступает тень. Лишь свет от факелов коптящих тьму разгонял лучом своим и освещал еще висящих Христа и двух распятых с ним. В великой скорби и волненье туда приходит Никодим, чтоб помогать при погребении пришли и слуги вместе с ним. Внизу одежды расстелили, чтоб положить на них Христа. На землю тихо опустили страдальца, снятого с креста, и плащаницей чистой новой обвили снятого с креста. Так было все уже готово для погребения Христа. Голгофа сразу опустела. Затихли голоса вдали, когда, подняв Христово тело, ко гробу слуги понесли. Как бездна страшная зияла, вокруг сгустившаяся тьма, она собою отражала всю глубину людского зла. Лишь крест пустой, где смерть и муки страдалец мира воспринял, во тьме, как бы поднявши руки, немым свидетелем стоял. Холме среди деревьев искал свой седые века, старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест, старый крест неброский, но лишь в нем сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный мост от земли к небесам. Старый крест неброский, но лишь в нем сила есть, сила есть. Сегодня может он разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. Подножья креста, сквозь седые века я увидел тебя на пронзенных руках. Не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест неброский, но лишь в нем сила есть. Сегодня может он исцелить.
исцелять разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. Старый крест Днепровский, но лишь в нем сила есть, сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Во гроб, что был, сделан был в пещере, Иосиф тело положил, и вход к гробу вместо двери тяжелый камень привалил. Обряд окончив погребальный, собравши слуг, что были с ним, Иосиф скорбный и печальный пошел домой в Иерусалим. Природа стихла, задремала, на голубой небес простор рукой всесильной разбросала и звезд сверкающий узор. Холмы, вершины гор высоких, ночь все окутала собой, огни от звездочек далеких,
повисли низко над землей. Всегда самонадеянный, шумный, Христа распятием возбужден, затих Иерусалим безумный, в тревожный погрузился сон. Лишь кое-где в кварталах темных мерцает слабо огонек, где бедный люд в лачугах скромных нашел для жизни уголок. Простой народ, душой убогий, склонился на ночной покой, устал, как путник на дороге, неся тяжелый жребий свой. То, что свершилось в день минувший, глубоко волновало всех. На жизнь Иисуса посягнувший, народ совершал тяжелый грех. Кто был, кого они распяли? Пророк, учитель или тот, кого так долго ожидали? В надежде скоро он придет. Иисус, которого убили, творил в народе чудеса. Всем обещал, кто правдой жили, в удел дать жизнь и небеса. Так где ж тревожных дум решения? Народ всегда невежды был, и он на эти все сомнения ответ себе не находил. Я один из тех, кто шел по улицам Иерусалима несколько дней назад, размахивая ветвями и крича «Осанна!», называя этого человека благословенным. Но сегодня утром стою пред Пилатом вместе с другими и требовал его смерти. Даже Пилат не верил в его вину. Он сказал: «Я не виновен в смерти этого человека, смотрите сами». И мы ответили ему: «Пусть кровь его будет на нас и на детей наших». То, что я увидел потом, потрясло меня до глубины души. Я не мог поверить то, что мы совершили. Всего лишь несколько коротких дней превратили наши крики «Осанны» в крики проклятия. Он посмотрел прямо на меня с любовью и прощением в глазах. Перед тем, как он испустил свой дух, я не мог даже смотреть на него. Что я совершил? Он умер из-за моих грехи. Тебе мой Бог, бесценный дар.
Сильной славой и светом озарен. Выше всех престолов и царей, каждый миг ты помнишь обо мне. Для тех, кто Господа любили, настали тягостные дни. Ученики, что с ним ходили, закрылись в комнате одни. Печаль безмерного страдания на сердце камнем и легла, и скорбь душевного отрезания, как темной тучей облегла. Они вокруг Петра собрались, чтобы оплакивать того, с кем никогда не разучались, отца и друга своего. А Петр в горестном томлении глубоко потрясен душой, поникнув низко руками против коленей, поникнув низко головой. И лишь едва глаза сомнутся, встает страдальца лик живой. Неудержимо слезы льются, и грудь сжимается тоской. Вчера ночью, когда Иисуса арестовали, мы все оставили Его. Иисус говорил нам этой ночью: «Вы все оставите Меня и разбежитесь». В попытке доказать свою любовь, я заявил, что даже если все разбегутся, но не я. Иисус посмотрел мне в глаза и сказал: «Петр, перед тем, как петух пропоет, ты три раза отречешься от Меня». Я утверждал, что я вместе с Ним умру, перед тем, как отрекусь от Него. Но когда Иисуса арестовали, я страшно испугался, что могло произойти со мной. И что могло произойти со всеми нами. Может, они захотят нас всех арестовать. И когда узнали Меня, как из одного ученикова, я отрекся три раза. Я даже сказал, что я не знал, кто такой Иисус. И так же виновен, как и те, кто прибивали Его ко кресту.
где бы найти на земле это место? Место, где правда живет, где никому не бывает тесно. Счастье, где каждый найдет. Спасен наш грешный мир, Голгофа, распятым был там Божий Сын. Сменяют друг друга долгие года, а Голгофа для всех одна. Где правда жива, где никому не бывает тесно. Место там есть для меня. Голгофа, там был спасен наш грешный мир. Голгофа, распятый был там Божий Сын. Сменяют друг друга долгие года, а Голгофа для всех одна. Христос причислен был к злодеям. Среди разбойников казнен, Он сам хотел достигнуть цели, чтоб им был грешный мир спасен. Он захотел грехи людские своею кровью омыть, и чтобы стали все святыми, Он захотел виновным быть. В мучениях страшных умирая, Он выпил чашу всю до дна, Он всех простил, благословляя, приняв страдания сполна.
Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил грехи всего мира на Него. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Взгляните, вот Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Сегодня мы прошли этот путь не дней, а часов. Мы хотели как-то показать, знаете, этот путь, каким шел Иисус Христос, где Он был. И я думаю, знаете, мы понимаем, что это было сделано не просто так, а это было совершено ради нашего спасения, Голгофа. Сегодня это место для нас, христиан, это что-то родное и близкое. Но для людей, которые, знаете, были распинаемы на этом месте, это было ужасно. Это их приводило в трепет и страх, когда произносилось слово «Голгофа».
Но мы понимаем, насколько это близко, насколько это нам дорого, потому что это наше место по праву. Но Христос занял это место. Сегодня о Голгофе написано много стихов, много песен спето. И поются эти песни, братья и сестры, но это капля, то, что может люди возблагодарить Господа. Это всего, знаете, малая часть. Как бы хотелось, чтобы больше прославляли того, кто отдал свою жизнь на кресте. Много мест в Писании говорится об этом. Я хочу прочитать одно место, которое говорит Евангелист Лука, 23 глава, 33 стих и ниже. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ, и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говорили: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: „Се есть царь иудейский“. И когда пришли, братья и сестры, как это важно в этих словах для нас сегодня, и когда они пришли на место, называемое Лобное. Интересно, Голгофа в переводе, знаете, это место Лобное. Это арамейское слово. Ну, знаете, в латинском языке это калварий, то есть место, обозначающее череп. Интересно то, что люди еще в 3 веке говорили, что это время хотелось сблизить двух, потому что говорят по преданию 3 века, что на этом месте был когда-то похоронен Адам, и найден был череп Адама, и как бы время хотело, знаете, сблизить того, кто, через кого, по которого прошел грех на землю, и того, который одержал победу. Может быть, это предание. Но мы знаем точно, Священное Писание говорит, что через одного пришел грех в мир. Но другой – это наш Иисус Христос, которому мы поверили, Он отдал жизнь свою ради нас. Он одержал победу, и мы благодарны Ему. Время поменяло, конечно. Сегодня люди спорят, а где именно была Голгофа, а где именно был гроб Иисуса Христа, а где стоял именно крест. Сегодня, знаете, после 70-го года, то, что произошло с Иерусалимом, там трудно было что узнать за короткое время. И сегодня, как бы люди ни пытались, как бы, но мы знаем, что есть духовная Голгофа, братья и сестры, которая людям дает освобождение. Люди ищут физическую Голгофу, но она не приносит пользы. Люди сегодня многие набивают карманы, говорят, что вот здесь именно был Христос, и люди, знаете, платят деньги. Но, знаете, Голгофа не для того была, а для того, чтобы люди могли прийти и найти путь спасения. В этом-то именно. И пришли на место. А знаете, Марк говорит, и когда пришли на место, называя Лобное, и привели его на место Голгофу, что означает Лобное место. Братья и сестры, я знаю, что мы сегодня пришли, чтобы поблагодарить нашего Господа. Но апостол Павел говорит, что, как бы люди ни спорили, написано, что он пострадал вне врат, за пределами. За пределами. И сегодня мы знаем и понимаем, что Голгофа, она имеет большую ценность для каждого из нас. Иисус Христос сказал об этом когда-то. В Марка написано в 10 главе, 45 стихом, что Он пришел отдать душу свою для искупления многих. Думаю, почему многих? Господи, неужели не все примут Твою жертву? Неужели не все примут? Оно так и есть. Не все люди приняли жертву Иисуса Христа.
Но интересно, апостол Павел имеет взгляд также на Голгофы, и он пишет 2 Коринфянам 5 глава 18-19 стих. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления, и дал нам слово примирения». Иоанн Богослов говорит в своем первом послании, 2 глава, 2 стих, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только наши, но и за грехи всего мира». Для всего мира была открыта Голгофа, но не все люди принимают Голгофу. Я думаю, что самый счастливый человек, который никогда поднялся на эту гору, и знаете, и сложил свою тяжесть грехов на этой горе, и получил прощение. Я думаю, что это самый счастливый человек, братья и сестры. Это мы с вами. Мы с вами счастливые люди, потому что мы понимаем, что это Он сделал ради нас. Братья и сестры, не зря, знаете, здесь написано, и когда они пришли. Братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, много мест Священного Писания говорят о том, что дьявол противился, дьявол не давал места, чтобы он мог идти, чтобы, знаете, Голгофы не было. Чтобы Голгофы не было. И когда мы читаем Священное Писание, нам открывает, а он говорит такие слова, есть места, которые Библия открывает нам, говорит об этом. Знаете, когда мы читаем 4 главу от Матфея, написано 8 стих, 4 глава, 8 стих, и опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Представляете? Сегодня многие люди, пав, поклонились. Ну, мы что говорит Иисус Христос? Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана!» Ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Удивительно. Мы видим, насколько Христос после, знаете, пустыни, Он мог отражать дьявольские атаки. Это для того, чтобы прийти на Голгофу. Когда мы читаем, знаете, место Священного Писания, другие места нам показывают также. Же. 16 глава Матфея, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою!» Вы слышите, что говорит Петр? «Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал ему, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что ты что думаешь не то, что Божье, но что человеческое». Кажется, знаете, хорошее желание, кажется, знаете, хорошее, знаете, наполняло сердце Петра. Он говорит, да не будет этого, Господи. А что же было бы, если бы этого не было, братья и сестры? Да, Петр, Христос сказал ему однозначно, ты мыслишь по-человечески, не так, как Божье. А я мыслю по-божьему, я мыслю по-другому. Я знаю, что нужна Голгофа и для тебя, Петр. Нужна для тебя, нужна для каждого учеников моих Голгофа. Она очень важна, потому что только через Голгофу вы можете получить спасение, жизнь вечную, прощение. Как она важна в нашей жизни. И этот стих, который мы сегодня читаем, мы говорим. «И стоял народ и смотрел, насмехая же вместе с ними начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Тогда и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говорили, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Братья и сестры, а если бы он сошел? А если бы он сошел? Я знаю, что все ахнули, все сказали, вот это да! Но не было бы Голгофы, братья и сестры. Нет, не было того спасения для каждого из нас, потому что он должен был умереть. Потому что он взял грех на себя. Иоанн говорил, Богослов, Иоанн говорил, креститель, вот агнец,
Вот Агнец, который берет грех мира, братья и сестры. И он взял твой и мой грех. Вот почему сегодня мы здесь, братья и сестры, вот почему сегодня мы здесь с благодарным сердцем говорим: Господи, мы благодарны Тебе, что Ты совершил этот план спасения. Сегодня Good Friday, Великая Пятница. Но совсем пройдет несколько времени, и мы будем вспоминать воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Мы будем говорить много о том, что Он победил, действительно, что Он одержал победу. И это все, опять же, братья и сестры, это было все сделано ради нас, ради тебя и меня. Петр говорит, что Голгофа – это цена нашего спасения, непорочного и чистого Агнца кров. Мы благодарны ему, Господу, за это. И сегодня у нас время для молитвы. Давайте мы, вставшие, поблагодарим нашего Господа за все милости. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за жертву Сына Твоего, который пошел в эту землю, чтобы спасти всех нас. Господь, мы преклоняемся, мы прославляем Твое Святое имя, потому что Ты сделал ради нашего спасения, и мы просим Тебе за всю благодарность. Господь, благослови нашу поместную церковь, благослови всех, Господь, с которыми пред Тобою, мы с благодарным сердцем прославляем Твое Святое имя. Божий любящий, мы просим сегодня за тех, кто еще сегодня не был на Голгофе, Господь. Дари, чтобы они могли прийти на эту гору, Господь, и найти спасение у ног Твоих святых. Мы благодарны, Господь, за эту цену, которую Ты вложил ради нас, кровь Твоя. Мы приносим Тебе за всю славу. Господь, даруй нам прославлять Тебя во все дни нашей жизни, нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Наше служение шло к Отцу. Следующее служение у нас будет в воскресенье, братья и сестры, в 7 часов утра и в час дня. После часа дня мы будем иметь общение любви, общение с Богом и благословение с Господом в этом. Также и на второй день Пасхи, на второй служение, в 7 часов вечера, понедельник, до благословения.